Реанимация орхидеи без корней или полное наращивание с нуля. Корни орхидеи обязательно появятся в точности, как на моей орхидее сорта Рим Фаленопсис. Посмотрите, уже 3 корешка появилось с момента посадки по моей системе. Обратите внимание, корни появляются буквально один за другим. Это можно заметить по результатам наращивания. Они практически одинакового размера, немножко отличаясь день от дня. Корни обожают кислородные коктейли, которые я готовлю практически на регулярной основе. Не каждый божий день, но достаточно часто. Если опрыскивать перекисью водорода по листу растения, то вы заметите абсолютно в скором времени появление новых корней и листьев. Листья будут чище, а корни намного чаще появляться, потому что замечено, источником воды выступает кислородный коктейль, который все чаще помогает удерживать влагу в листьях, а значит туркор сохраняется, листья держат туркор постоянно, а значит меньше стресса. Корни легче потом будут появляться и оставаться намного дольше. То есть активными будут оставаться практически постоянно, а значит рост не будет останавливаться. Орхидея достаточно быстро обрастет новыми корнями, а значит сможет выйти из группы реанимации. Для того, чтобы понимать не просто про рецепт использования этой подкормки, я обязательно хочу остановиться на самой же системе посадки. Между прочим, конкретно эту орхидею я в точности, как и остальные свои орхидеи из группы реанимации, сажала вместе с вами. Есть видео на канале об этом. Я использовала достаточно много керамзита для того, чтобы грунт был более рыхлым. Там есть и древесный уголь, есть пенопласт. Обязательно добавляю кору сосновую разных фракций в меньшей степени и много кокосовых чипсов. Это достаточно заметно. Также обязательно для того, чтобы был баланс влаги и воздуха внутри горшка, в качестве новинки и достаточно нового такого компонента субстрата использовала вермикулит. Это 2 в 1. И компонент, и подкормка. Именно поэтому все в совокупности остальных факторов ухода сработало для того, чтобы появились корни и листья держали туркор. Пробуйте мой способ реанимации перекиси водорода и другими подкормками из аптеки для того, чтобы ваши орхидеи все так же наращивали новые корни и сохраняли листья. Пробуйте этот полив.